Чему тебя научили твои одноклассники? Жизни. Дружбе, верности, доброте. Ну, всем хорошим человеческим качествам. Конечно, да, ссорились, но это так, детские обиды. Многим качествам переняла у них честность, доброту. Все самые лучшие качества. Помогать друг другу в трудную минуту. Всему, что мы могли, даже тому, чему не могли. Большое им за это спасибо. Научили уметь всегда находить выход из тяжелых ситуаций. Научили, точнее показали, как может быть настоящая дружба, настоящая команда. Всегда могут помогать друг другу в трудный момент, контрольно, неважно что, но они всегда рядом. Сплоченность и коллектива – это, наверное, самое важное. Потому что всегда нужно держаться коллективом, так как коллектив – это сила. И когда мы все вместе, мы непобедимы. Дружбе, доверию друг, между другу, держаться сплоченными все, потому что без этого нельзя. Помогать, дружить, любить. Страшно взрослеть. Да. Почему страшно взрослеть? Уеду от мамы. Мне, жить самой как-то непривычно просто. Это надо привыкнуть. Ни капельки, это очень приятно. Немного, да. Дмитрий Васильевич. Все-таки это расставание с родителями, это мы идем в большой мир сами, без чьей-либо помощи. Да, вы знаете, не знаешь, что тебя ждет в будущем, но ты должна справиться с этим всем. Мама не будет рядом, никто тебе кушать не приготовит. Это уже какая-то другая ступень, которая пока еще не совсем осознанно готовы. Я думаю, да, потому что сейчас появляются новые трудности. Уже многие уезжают от своих родителей, то есть уже не будет такой поддержки и помощи. Страшнее идти в армию. А взрослым, ну, не столько страшно, сколько интересно. То есть это новый этап жизни, новые знакомства, новые преодолевания каких-то трудностей. Это интересно. Немножечко. Есть где-то там. Сначала весело, а потом уже осознаешь, что ты уже большой, и впереди взрослая жизнь. Нет, мы готовы, нас подготовили учителя. Как планируешь провести сегодняшнюю ночь? Весело. Мы планируем сегодня отдыхать, встречать рассвет, отдыхать с родителями, танцевать, веселиться. Без Пашина вообще, чтобы на следующее утро не помнить ничего. Все будет красиво. Танцевать, фотографироваться. Незабываемо. Сегодня будет жарко. Бурно. Весело. Великолепно. Так, чтобы запомнить ее на всю жизнь. Вместе последняя совместная ночь. Самая веселая и самая незабываемая. Мы будем очень скучать по нашим учителям и, конечно же, по одноклассникам. По всем, кто прививал нам любовь с первого дня в школе.